Приветствуем всех тех, кто сегодня выбрал в качестве досуга футбол. Таковых, я уверен, немало. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. В этой команде та же схема 4-5-1. Надеюсь, им хватит одного форварда. И, судя по расстановкам, нам предстоит вязкая тактическая борьба. Приветствуем всех тех, кто сегодня выбрал в качестве досуга футбол. Таковых, я уверен, немало. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. А это стартовая расстановка гостевой команды. В этой команде та же схема 4-5-1. Надеюсь, им хватит одного форварда. И, судя по расстановкам, нам предстоит вязкая тактическая борьба. Приветствуем всех тех, кто сегодня выбрал в качестве досуга футбол. Таковых, я уверен, немало. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало. Посмотрим, какую игру сегодня нам покажут команды. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Шанс убежать в контратаку есть у команды. Владимир Дарева. Джонатан Тарр. Арангис.